Святослав Арайс, доцент кафедры дизайна Смоленского государственного университета, участник и дипломант многих международных выставок, член Союза художников и Союза дизайнеров. 30 ноября он приехал в Десногорск, чтобы провести мастер-класс по масляной живописи для воспитанников художественной школы. Где-то что-то перетянули, и эту тряпку вытирают. То есть тряпка, она имеет большое значение в этой живописи. Пишут рукой, пальцами, тряпками, чем угодно. Олег Сюденков совместно с художником Святославом Олеговичем нарисовал натюрморт. Я получил большой опыт написания картин масляной живописью. Я был бы рад это повторить. Благодаря мастер-классу воспитанники художественной школы познакомились с новой для них техникой масляной живописи.